Всем привет! Я сейчас смотрю виллу, которая находится прямо на береговой линии, на первой береговой линии, тут даже слышно море, пляжа Банрак. Вилла состоит из двух домов. Ну, она может сдаваться как отдельно, односпальной, либо двухспальной, либо трехспальной, либо как одно целое с тремя спальнями. То есть стоимость полностью виллы в низкий сезон начинается от 300 долларов, от 300 долларов в сутки, либо же от 3000 долларов в месяц. То есть цена за первую линию с тремя спальнями, я считаю, это прям хорошая цена. Значит, море, вот она. Пляж Банрак. Ну, сейчас время приливов больших, пляжик более маленький, но летом здесь песчаная коса более длинная. Есть своя такая закрытая территория, зеленая. Здесь рядом, давайте я все-таки ее покажу, стройка, но непонятно. Они то строят, то закрывают ее, то опять строят. В общем, это строительство уже идет, по-моему, 3 или 4 года, и когда оно закончится, никто не знает. Но стоит уже, по-моему, больше года. Так, у нас сейчас дом. Этот дом, по-моему, с одной спальней. Или с двумя. Я уже запутался, где сколько. Давайте посмотрим. Каждый дом, они абсолютно раздельны, да? То есть каждый домик со своей ванной со своей кухней. Так вот выглядит это все. Небольшой такой дом. По-моему, это как раз одна спальня. Нет, это двухспальня. Они небольшие. Гостиная, первая спальня с видом на море и прям балкончиком. Так уютно. Компактно, но уютно. Есть балкончик, вид на море. Красота же. Ванная комната с ванной и душем. Ой, главное не разбить лоб. Низкие проходы. И вторая спальня с двумя раздельными кроватями. И вторая еще ванная комната. Здесь, да, здесь тоже есть душ. Поэтому две ванные комнаты. Для такого маленького дома супер. Ну, пойдемте смотреть сейчас второй дом с одной спальней. Второй домик, он с одной спальней, но таким общим пространством. Мне кажется, даже кондиционер не нужен, можно просто открыть окна, и вот здесь прям прикольно, вентилятор включил, и все. Но кондиционер есть, если что. То есть здесь прям с кровати фронтальный вид на море. Не знаю, на камере сейчас видно, нет, но море прямо вот оно. Просто открывайте глаза и наслаждайтесь морем. Ванная. Такая небольшая кухня. И есть еще задний двор. Здесь стоит барбекюшница. Открытая гостевая. Гостиная, вернее, обеденная зона. И есть еще второй этаж. Туда поднимемся. А здесь просто такое вот непонятное место. Но зато хорошо видно, что море, вот оно. Красота. Еще раз повторюсь, стоимость начинается от 300 долларов в сутки, либо от 3000 долларов в месяц за три спальни. Первая береговая линия. Хороший вариант, хорошая цена, поэтому обращайтесь, буду рад помочь.